Что за лаги, ёптвою мать? Я ничего не делал, все. Это полная жопа. Так, все позакрывал, все лишнее. Что за лаги? Что такие лаги, не пойму. Откуда? Так кто-то слишком много ест. Где? Я ничего не ем. Ты скажешь, ты почему? Да, скажешь, я ты почему в буквальном смысле говорю. А, хорошо. Странно. Ладно. Подожди, я сейчас камеру, может, отключу тогда. А, ты в камеру включил, да, еще? Да. Ясненько. Ну, без камеры нормально. Да? Круто, тогда. Там фоточку там поставишь, что это. Что делать-то? Придется так, придется жертвовать чем-то. Да, 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 да. Короче, я ничего лишнего делаю, все. Да ёб твою. Чё за бедятина? Чё случилось-то? Чё-то у меня вообще не...
What's up, книгас? What's up? Ну чё, писюны, будем тащить? 3 минуты осталось. Тащи, писюн. Попробуем. Попробуем, по крайней мере. Погромче звучало сделаю. А, кстати, всем советую, посмотрите ASDF Movie. 8 коротких по полторы, ну, по минуты полторы роликов эротических. Типа мультиков. Че, Ванюх, попробуем? Давай. Попробуем, ребят. Мы один раз только с Ванюхом проходили. Да и кем ты будешь постоять? Сейчас, секунду, проверь машину, как там у меня стоит. Чего? Все. Какую машину? Машина! В эмуляторе. Машина. А то он ты себе BMW купил. Да. Скоро будет. Я тоже вертолет на крышу парковал, думаю, никто не снимет, наверное, зимой. Да, зимой, в принципе, нет чем летать. Так, все, Леша, соберись, блин. Я обычно выбирала Лео. Ну, я тоже, в принципе, Лео люблю. А я Датошкой. Сейчас пойдутся зажимашки, потому что они так интересно. Да, всем привет, да? С кем здоровались, ребята. Зажимашки, банчики. Долгое отсутствование, да. Да. Пусть прощения, конечно, да. Разумеется. Ваня извиняется. Потому что это же Ваня. Он не может не извиняться. Совесть Ретрона. Думаю, все уже успели отдохнуть. Да. Глобус, приветствуем тебя. Привет, Глобус. Здравствуйте. Так, стоп, да. Стоп. У вас оригинальная или усложненная версия? Оригинальная. У Черепашева новая версия. Только на русский язык переведена, и все, больше ничего здесь нету. А, то я думал, усложненная версия, где еще? Черепашки. Ну, Шредер убиваемый. Черепашки Эдишн. Убиваемый Шредер, да, убиваемый. Стали бы мы играть в неубиваемого Шредера. Это вы сами знаете. У нас очень часто продавались версии, которые даже пройти фактически нереально. Да, потому что там сложно было это... Чего стоил крокодил один, чего стоил. Ну, мы кое-как запилили вот, с Ванюхусом, может, месяц назад. Что-то решили попробовать, затащили. Картридж, где нельзя убить Шредера. У меня был, но потом какой-то исчез, похудело. Картридж Г. У меня был картридж, но я там сам доходил не дальше, по-моему, 3-го уровня. 3-го уровня, что там у нас это? А, этот. Мост. Манхэттен. Это есть Манхэттен. Я понял, Манхэттен, да, 3-го. Нет, ну там, где чисто по мосту идешь. Ну это есть Манхэттен, да. Ну да, Манхэттенский мост. Там дальше... Да. Я до улиц не доходил. То есть я доходил до моста, но не доходил до улиц. Подходи туда. Нет, Вань, я люблю вырываться. Расплющиваться, я понял. Да-да-да. Вторую часть я полностью проходил, кстати. Но она нелегкая, кстати, была очень. Особенно поединок с Шредером. Очень выматывал напряжение. Не, ну это да. Но я помню точно, что я сам доходил до Шредера. Сам. В детстве. Я как бы тоже... Я тоже доходил сам. Было... От 6 лет, где-то лет 6-7. 7. Еще я помню, что это... Что у меня был... Стиплеровский картридж. Ну, такой, сейчас... знаете, специальная коробочка. Значит, стиплеровского я не знаю, но... ТВ Гейм у меня был. ТВ Гамис. Да. Не, у меня ТВ-геймерский был, да, тоже. А ну и там да. Была именно вторая часть. Мы его просто назвали Черепашки 2. У меня еще был первая хакнутая черепашка. Первая хакнутая игра. Че, Ванюхус, давай. Где можно было по селекту вначале выбирать уровень. Понимаете, сама по себе игра сложная. Ну,
получилось. Ладно, хорошо. Кстати, ребят, завтра вечером меня не будет. У меня просто-напросто не будет интернета. Когда? Завтра вечером. Ну, ёпта. Ну да, бывало. Бывает такое, да. Так, сейчас... У нас у самих уж интернета нет давно. Да. Кончился. Так что мы тебя прекрасно понимаем, да. У тебя хоть интернет есть. Да уж. Так, уходим. А, еще рано. Да, я помню, что мы тогда... У меня стопудово было это самое... Усложненная версия, так как я там долго босса гасил первого. Вы его тут меньше чем за минуту загасили, а я-то его минут 5 гасил сам. Все что ли? Так, хорошо. Вот это я ненавижу, вот этого. Эту хрень. Просто поворачиваешься спиной к ним, а обруливаешь вверх-вниз, все очень просто. Ну или... Или так, да. Так, уходим опять. Кто? И чё это он делает? Какого хрена? Аккуратно, сейчас может быть внизу появится. Осторожнее надо быть, осторожнее. Если чё, отбивай. Угу. Ага. Чуть ниже занавесь. А, все еще. Ах вы уроды! Каким местом они нас задели? Попкой. Обычно. Их можно еще суперударами отбивать. Вот эти вот хрени. Суперударов отнимается жизнь. Ну это да, это я знаю. Секунду. Все. А жизнь восстанавливает, нет? На подводке, нет? Ну, восстанавливает. А что, вы уже на подводке? Полосочки да, восстанавливают. Там. Нет, не восстановили. А, ну это просто то же самое считается. Жаль, конечно, жаль. Если аккуратно сверху пушки сами. И пиццы нету, блин. Побольше, конечно, будет, конечно. Конечно, что я не так. Близко стоишь. Забыл. Чувака этого забыл. Блин. О, отлично. Пипец. Да. Да нет, стрим остаёт. Да, как же ещё? Как же, задержка 10 секунд, это нормально. 10 секунд? Не, на Г вроде бы раньше 3 секунды. Чё-то ты, Илюх, страдаешь больше, чем я страдаешь. Да уж, конечно, ты хоть жизнь просрал. Радуешься. Такая же участь и тебя тоже ждет. Какая? Где же мало, и хп же мало. Так у меня жизни 4, у тебя 1. Сейчас будет 3, у тебя будет 4.
Спасибо за добрые пожелания. Но нам так вместе же играть-то. Кстати, ребята, у меня такой вопросик. Вы гонки любите? Ну так. Действительно. На Дэнди? Две жизни, откуда мне две жизни? У меня тут просто идейка появилась. У меня была одна. Поиграть в Трекманию. Трекманию 2, точнее. Банет. Вань, чё там стоишь-то? Бей его, ну. Фига, как это он так сделал? Уходим. Все. Пацаны, тихо. Не поверить. Не отвлекай. Все. Че, Сань? Да тут у меня зашел на сервак, а тут 116 человек играет. В Трекманию. На скоростных треках. Молодцы. И я сейчас к ним присоединяюсь. Хорошо. У меня вообще такая идея, чтобы топом в Трекманию поиграть. Так, мания это да, клево. А? Так, мания прикольная. Пойдем. Шалёк, играл? Да, идем. Конечно, играл. Только не знаю, какую часть, третью, что ли, или первую, я не знаю, какая. А Трекманию 2 играл? Я не знаю, в какую часть играл. Первую, наверное. Самую обычную. Мне очень понравился. Сейчас вниз идешь. А, сейчас черан, да. Так. Правильно, да. Я их толком не знаю, как правильно убивать-то. С ноги. Бум. Сейчас иди за мной, короче. Давай. Идем за мной. И снова обратно. Все, хорошо, блин, цепляй. Так. Круто, снизу пуляете. Ненавижу, вот эти птахи я не люблю больше всего. А ну че, розовый. Я вот красных люблю со звездочками, вот меня бесит. Ну эти тоже бывают, фиолетовые могут это затюкать. Так, сейчас будут эти корсары, кажется, потом. А, нет, еще рано. Вот этих тоже не люблю. Ладно, так. Это твой, наверное, да. Ой. Вот так бывает, да. Так, пиццу. А, пицца потом появляется, наверное, да? Не помню. После этого хрена. Так, ладно. Сейчас это будет хрен. Ну ты срань господня, блядь. Он жмигает раза. Сука! Убил меня. Ваня гусь. А что делать? Ты убил, зараза. Тихо, тупой, не трогай. Все.
Я круто. А мне что переделать? Брать что ли я? Да, бери. Ладно. Дотянул немного, блин. Печаль. Я на нем никогда не сливался, блин, что за фигня? Давай сейчас поплачем. Ну ладно, господи, тут везение. Да он вообще лоховской этот слэш, блин. Так, сейчас прыгать будем. А теперь ты дал нас. Глотнул шарика. Так. Легче, чуваки. На сотке жизнь. У тебя 85 сейчас. До сотки у тебя жизнь. Хорошо. Значит. Так, стоим. Точно, когда всех побьем, стоим убитых по бамперу, короче, машины. Чтоб можно было безболезненно убить этого бибопа. Не бамперу, а капоту, наверное. Да, вот как к этому к бамперу, к компоту. Компоту, да. Да. Капоту. Да. Киселю. Капот. Киселю колесу. К бамперу компоту. Вишневый сад и сука Пушкин. Все правильно. Однозначно. Так, ладно. Вниз не иди, когда ты всех замучишь, когда них вниз не иди. Слушаюсь. Чуть-чуть по центру держись, по центру. Ну и чё? Так и долбить? Ты стой, да, на месте, ничего не делай. Я буду. Ну, низ. Долби его, Ванюкс. Давай фаталити сделаем. Хрясь, не успел. Я что он легкий. Все. О, жизнь тебе дали зато. Да, я старался, по крайней мере. Молодец. На одного вообще легче замочить его. Видишь, как великий нехочуха. Он вообще стоит, покуривает там, ничего не делает. Тукас. А я его долблю просто и все в сухую можно. Так, а вот с крысой будет сложно будет с крысой, конечно. Который диртбэк, который. Не крыса, точнее, а крот. Допустим, меня сплиттер, короче. Он простил тебе, Вань. Ага. Можешь снять икону со стены. Сплинтера. Ага. Он тебе все грехи опустил. Хорошо. Так, вот. Да прости меня, учитель сплинтер. Да. Ой, думаешь, это смешно такое? Ну да. Такой провалился. Ох, как клёво, Мэйло. Тебе тоже жизнь дали. Да простите меня, мой младший сын Шредов, да? Ага. Секунду. Ага, хорошо. Минуточку. Я очень извиняюсь. Сейчас. Продолжаем. Да. Так, сейчас будут эти хрени. Ну да, как всегда. Видимо, сплиттер тебя не простил. Я тоже не прощаю для его. Ты святой сплиттер. Сейчас бочки... А, сейчас вчера. И бочки.
Ой, тебе задавили нечаянно. Слышь ты, умник. А, ладно, пофиг, пускай пускает. Я обычно отбиваю, но сейчас не хочу. Нет, не настроение, короче, отбивать. Есть такое. О. А, блин, давай убивай. Ненавижу их, эти ракетчики, вообще никак. Я не знаю, как правильно убивать их вообще. Как обычно. И? Направо, не налево. О, конвейер хороший. Подожди секунду, не пока. Я поставлю, чтобы не беспокоили никто там меня. Все. Поехали. Так. Еще один. А третий где? О, ладно. Опа, не успел чувак прыгнуть. Давай, прыгай. Справимся, не знаю. Ой, Вань, давай без соплей. Хорошо. Просто он может либо так убьем, либо нет, вот и все. Не, просто он поднимет по жизни у каждого, и все. Блин. Так, сейчас эти бочки будут дебильные. Лучше перепрыгивать. Еще разок. Хоть бы он сдавали, как в Mighty Final Fight. Только хотел сказать. Да. Опа, блин. Ой, у тебя жизни мало, блин. Да ладно. Так. А биться нигде нету. Ну ладно. Ладно, хорошо. Сейчас точно. Класса заработает. Ладно, зарабатывай это, не мешает. Да иди ты от меня, не хочу я к тебе. Хочу я тебя. А он так тебя хотел. Перебьется. Ваня, не преступный стример. Нет. Как они задолбали. Гирями, блин. О, все, отлично, слава богу. Ура! Сейчас будет скоро босс уже будет. Наверное, сейчас будет это электричество. Я бы не думала, сейчас поезд приедет. Блин, метро обожаю, кстати, ребят, метро его обожаю вообще. И у нас босс. Я ненавижу его. Тварюга еще та. Ну, днём, единственное, что днём. Лучше, чем Шейдер. Секунду. Окей, ладно. Он на меня реагирует, мочи его, да. А.
Все, отвалился. Да. А ты же стерил где-то на карте, нет? А, ну ладно, да, ничего, поехали дальше. Ай-яй-яй! Ладно, фиолетовеньких тебе оставлю, да. Которые будут вылезать. Всё, в этот раз уже лучше, кажется, играю. Все. Давай, твои, короче. Тебе нужно жизнь набирать. Как и мне тоже. Да. Сам Бог велел. Здесь осторожно, сразу наверх резко. Куда летающий, да? Убивать можно, да, убивать? Да. Хорошо. Ах ты, зараза. Ладно. За 200 дают жизнь, нет, за 200. Хорошо. За каждые 50 тысяч, да? Хорошо, я понял, все. О, видишь, как клёво справился. Хорошо. Так, здесь что у нас будет? Косоловы, да? А, еще рано. А, ну да, сейчас этих хрени будет. Навижу их. Получается-то, не знаю тактику их нет. А ветушка никак-то не хочется, чтобы жизнь себе тратить. Так, твои, наверное. Давай-то. Отстань от меня. Да. Да, я уверен, что мы пойдем до ее. Все. Благодаря моему геймпаду. Да, точно. И благодаря Лехе тоже.
разумеет. Куда же тебе без гельса? Так, ладно. Здесь-то ты меня лучше коробку получать, чем на Logitech. Извини, Аня. Ничего личного. Это много аэробизнес. Давай ко мне. Слезай. Да я не тебе, я солдат. О, жизнь дали. Ура, живем. Хлопцы. Ну. Держался бы меня, держался бы. Тут уже буквально уже все, в принципе. То есть видишь, вот это уже остатки у них уже. Но. Ух ты, Кусь. Все. А, нет, еще не все. О, видишь, как справились, отлично. А если подержался немножко, пиццы бы можно было поесть. Ну ладно, в принципе. Бери себе. И себе я беру. Отлично. О-хо-хо, не... Пятым местом чую. Ага. Все. Фух. Нелегко было, нелегко. Эй. Да, 7. А, нет, нет, вот почему 7? По-моему, 8, кажется, по-моему. В предыдущий был 7. Ну да. Я синим играю влево. Влево. Очки, да. Ну шо вы, нигазы? Ну да. Кибер! Чё? Будешь стримить Бэтмена? Какого? Ну, Arkham Origins. А, так он стримил, кажется, уже его, по-моему. А он его прошел на стриме? А, не прыгай, только не прыгай к нему, иначе он, видишь, отскакивает. Так, ладно. Давай, подходи ко мне, индюк. Ну! Ладно, возьму этого. Так, здесь осторожно. Так.
еще это будет, кажется, да, по-моему. Пиццу бы дали бы, лучше бы. Сейчас будет это перестрел, огонь будет. Сейчас возьму. Пицца пала. Спасибо, что помог. Да, хорошо. Так, ладно. Здесь что-то хрень, жуки летающие. Нет, жуки летающие сейчас будут эти. С телевизоров. О, хорошо. Здесь тоже, наверное, да? А, нет. Да-да, жуки надоедливые, блохи. Давай, подлетай, давай, подлетай. Ладно, хорошо. Это урод. Самые бесполезные враги. Так, а кто мне говорил, что они враги будут полезными? Так. Давай еще подеремся из-за них. Ой, сейчас ненавистное место вообще паршивое. Лазеры на конвейере, блин. Забыл, что ли? Сейчас сразу посажит память тебя. Самое паршивое его будет место вот это. Чё эти гадёныши? Ну прыгай! А, сейчас надо прыгать. Вижу. Всё, как быстро пошли уже. Может, хватит ваки уже, а? Всё, слава богу. Спасибо, Лёха, быстро пошли в место паршивое. Пиццу, интересно, дадут, нет? А, нет, не дадут. Ладно, короче, хорошо. Затащил. Запинал. Ты куда полез? Это что такое? Это...
Я не знаю, что такое. Что за бред? Ооо, сейчас мы с нулями жизни, то мы тут с тобой сейчас танцуем танго, блин. Не знаю. Чего, не знаю, я Игушу в жопу буду, помню. Надежда только на короне. По крайней мере, в моем случае. Ладно, хорошо. Все. Тащи, Ваня. Следующий уровень начнем тогда, если не убьешь. Давай, добивай, сейчас добьешь его. Yes. Все. Полные штаны. Да я ж тренировал его, помню, чисто отдельно, от всей игры его, помню. Как? Как, с помощью экономик кода на уровень. Смотрите, спасибо. Да-да-да. Да. Это же космический корабль Кленглу, там на Манхэттене. Сейчас от розовой. Эй, Шредер убегает. Седьмой этап уже, Лёха, далеко. Помирай давай. А, ну ладно, что поделаешь. Помирай. Хорошо. Блядь. А чё ты не помираешь-то? Не могу. Мне ещё две жизни, мне ещё. Какие две жизни, одна у тебя? А, наливаешь? Да. Чё, тащи-то до крыши, нет? Да, тащи. Ладно, да, и ты уже двини, да, ладно, Лёха. Постарайся тащить. Что такое? Так, ладно, хорошо. Так, ладно. Уродцы. Ладно, хорошо, ладно. Леонардо. Так, что тут сейчас? Я еще и этих ненавижу, которые вот с копьями. А, вот сейчас это мне пошило место. Ага, ты там тоже бывает. Ну ладно, хорошо. Ладно. Да-да, я так хочу сделать. Все еще? Все, по-моему, кажется. Все, приехали мы. Наверное, на крышу сейчас будет сливаться там. Фух, жалко же подачки, ну, ну ладно. Пофиг с ними. Все равно с нулевой жизни не допинаешь. Да, я не допинаю до конца, да. Там очень далеко. Короче, сейчас где-нибудь будет сливаться, сдавайтесь. А. Короче, сейчас надо сделать так, короче, сделать. До минимума, короче, сниму сейчас жизнь себе. Все. Скажи, пинай тут солдаты. Все. Вот, сплинтов тебя не простил. Заново тебе сказал. А, спасибо. Выбирай себе своего. Спасибо. Ой. Спасибо! Ну ладно, бери. Спасибо. Кого-нибудь. Я думаю, второй. Ладно, возьму этого надо.
Выбери черепашку. Ладно. Рафа мой, я... так... Не, Рафа больше нравится. Медиум играем, медиум. Я забыл, что я первый тип. Нажми цифру 2. Убил Рафа. Убил Рафа, убил. Ладно, просрусь, возьмешь. Дай мне его. Спасибо. Бочки без стрига сюда. Ай! Ух ты! Не знаю. Ай! Теперь ты ложишься. Извиняюсь за мой французский. Это бах, уроды. Ладно. И сейчас будь внимателен. Я помню, Лёха, помню. Это чё? Гуси, да, еврейские, да? Да, убивай его. Дай, убивай, эти дураки. Булавами, как это называется они. С мечами. Да. Уродцы. Да стой, завел ты уже. Я уже ушел. Ладно, ребят, побег я тогда спать там. Давай-то до скорого, до скорого. Кибер. Фокус. Везет, чё себе. А как я, а как меня не задело? Я вообще перед самой ниткой, короче. Я вообще не знаю, как меня миновало это. Так, будь осторожен. Так, сейчас опять куда-нибудь будет. Нет. Закрылся наверх. Да, точно, да. Зацепило. За ремешок. За резинку отключил. Эй, это мой был. Сизый нос. Да, печать такая бывает, тоже да, бывает. Если помрёшь, возьмёшь лево. Да, лево, да. Что он реально выручает. Особенно против этого Токи будет плёвым драться. А-а-а, я вижу. Ладно, хорошо. Эй, воу-воу. Парни, я бегу на себя. Хрязь! Ух ты, как клёво ты его. Давай-ка попробуем.
Эх же, ши-ши-ши-ши-ши. Ой-ей. Лампа забыл. Пусть сам что-то спускается. Этих я знаю, как мог мочить. Оп. Опа. Да, чуваки, это уже не смешно. Подряд несколько раз, это уже не смешно, реально уже. Чё сейчас? А, ничего, ещё рано. Чего какие чуваки уже. Так, сейчас свистеть будет скоро, наверное. Сейчас свист. Ой-ой-ой, я боюсь. Тока. Хвостик. Только давай, не попади с него, она чёрт тебя схавает. Ладно, хорошо. Держись, Лёха, сейчас выберу. Ты его замочил, ну ладно. Не важно, короче. Ты жизнь, по-моему, получил, или мне показалось? Или ты получил жизнь? Не, по-моему, ты получил жизнь, кажется. Что я победил? Да, ты, потому что ты мне пытался догнать. Ты мне, кажется, перегнал, по-моему, или догнал, не знаю. Но деньги за него тебе дали. Вот ты жизнь получил. Так, последний уровень сейчас будет уже. Да, я получил. Да, мне бы еще 15 тысяч бы еще. Кауабуанга. Что может быть лучше? Последний левел, хорошая игра, наш любимый персонаж. Все. В смысле, у меня же проект больше нравится. Да, мне для его нравится. А как надо было сделать? Я не думал. Как? Потом скажу. А, ладно. Так идея пришла, как беспроигрышно сделать корону. Все легко. А, чтобы не было такого, что типа не получится. Так не думал. Потом скажу, просто его. Хорошо, хорошо, хорошо. Ох, мне идея пришла так. Так, мне надо жизнь набирать. Срочно. Ладно, вот что я так убьем их. Все. Ух. Спасибо, Лёха. Так. Так. А, ненавижу этих придурков. Ручаю, Лёха. Близко просто надо подходить. Неожиданно до жизни чуть-чуть осталось. До 100 тысяч, видишь, мне 91. 100 тысяч и жизнь будет. Мне тоже недалеко осталось. Туалеты, блин, ходячие. О! Ты же получил. Да, я получил. Спасай, я не хочу помирать. Жизнь будет. Пицца нужна, пицца, ребятки. Она будет? Я не знаю, я думаю, что будет. По идее, должна быть.
Мне человек 6-7 быть осталось, будет жизнь. Я знаю. Ты также можешь потерять ее тоже, к сожалению. Так же, как и я. Осторожней. А, у меня нет. Блин, ну ладно, что поделаешь-то. Бляха-муха, блин! Спасибо. Далее. Да. На будущее, как запомнить, знаю. Под самый конец далее. Ну... Да, вообще, вот... Что за евреи вообще? Ну, они догадались. Так ждали. Так, сейчас что будет? Сейчас это Крысолов будет. Крысолов. Голды, у тебя мега это самое. Да, мне мега геймпад, конечно. Давай. Давай это первый раз удалим. Последний удар такой. А, о, ты? Ну ладно. Жизнь дали. Все справедливо, да. Все правильно. Так тебе и не надо. А мне зачем? Не нужно очки уже. Последний. Это последний. Да, в принципе. Даже можно, в принципе, слиться, если что-то вдруг будет. То, ну, мы, надеюсь, не дойдем до этого. Почему? Все этой жизни. Думаю, нормально будет. Сейчас эти шарики дебильные будут. Скачущие. Да, да. А? Ну, все. Давай. О, так. Кто-то вовремя. А, мне нужно, да, мне нужно точно. Спасибо, парни. Все правильно. Сейчас с ним соскаться. Не делай, ты что делаешь? Я понял, как прикольно кого-нибудь сделать. А. Что-то у меня только сейчас дотянул. А там просто две кнопки зажимаешь аккуратно. Нужно еще проще. Да? Я потом скажу, конечно. Хорошо, у меня идея пришла, как это делать. Окей. Все, беспроигрышный практически вариант. Не будет такого, что типа не получилось. Я убил его! Лёха, я убил! Чё себе? Чё себе? Всё, пошёл убить. Что за херня? Шарики прыгающие, если ещё будет. Механические какашки. Лесоулы, бля. Ладно, хорошо, он твой, да, наверное, да. Да, твой, короче. Как-то я случайно, кстати, сделал. Не знаю, я тоже как случайно. Просто прыгнул и все. К ним хочешь перед подходить к ним. Сейчас прыгать они стреляют, засранцы. А, я вам сейчас полетаю. Согласен. Будь внизу, если что.
Ладно, не беда, ладно, хорошо. Не буду искать больше. Тебе чё? А, да. Что-то я супси. Опять иди с бочками. Бочка прыги. Гуси с бочками. Так, хорошо. Да не нужно было их так, Лёх. Они обычные, они с просто зубинками и все. За сотню дают же, нет, за сотню, нет? Дают. Дай-ка там, дай попробуй набрать, попробуй, да. Сучи, ладно. Евреи, ладно. Где ты чё, у тебя жизнь-то есть? На последнюю. Все, отлично. Если что, будешь бать у меня. Это что, не контра? Можно бать в жизни, почему можно? Так. Ты готов? Сейчас наваляем Кренку. Кренк. Надежи, выше, надежи. Ладно, беда. Беда. Собирайся давай, чувак, собирайся, уже пора собираться. Все, отвалился у нас он. И теперь у нас супер Шредер. Ты готов, Лёха? Да, муха. Муха, он пишет, он говорит, что I'm invincible. Типа я невидимый. Invisible. Да, я invisible, да. Так, ладно. Так, что за хрень? Супер Шредер. Это мутаген, короче, он слева лево. Да. Пойдем. Бери, если что. Как пока есть, пока есть, пока есть, бери. Как он тебя взять? Так, по-моему, да. Все, бьем его нахуй. Может, не только осталось. Только не попадись, только не попадись. Добивай. Манюха, давай. Один удар. Походу, мы сейчас не доживем. Давай. Ну. Ну. Все. С одной винтовки. Ну, не, ну нормально, чё. Отлично затащил я. Вот это, конечно, же не просто, знал. Просто я это... корониками пытался по максимуму влить. Я знал, что мне не хватит.
Хватит. Ты видел в конце, как он начал эту фигню швырять? Да. Эта фигня превращает черепах тебя и отнимает жизнь у тебя. Вообще шикарно. Ну кое-как, но прошли. Ладно. Мы затащили, отлично. Да. Крутяк вообще, блин. Что там пишут, ребята? Пишут. Кто с нами? Леонардо, Рафаэль. Это было эпично, это было эпично. Да, мы созданы для черепах. На последнем ХП вообще. Там последняя палочка у Валюхуса была, короче. Да, я чисто его решил спамить, короче. Супер атакой. Так я только... Ну, поздравляю вас, молодцы. Спасибо. Просто чамо. Это было что-то. Я очень волновалась. Главное правильно настроиться на волну. Но мы бы прошли, просто не хотелось сначала комп начинать и это. Да. Ну и я. Короче, да, мы сделали, короче, эту игру. Кужный лоб. Да. Мечтодейство. Шеригер. Возобновить самое, ну, короче. Фут. Штука эта. Кренга. Супер Шредер. Осуществилось, вот мечта детства осуществилась. Идиота. Я ж не мог пойти его вообще. Ну ладно, чё ж. Да. Затащено кое-как. Затащено. Ну главное, что... Главное эмоции, впечатления, не скилл. Масса впечатления, масса эмоций вообще, блин. Ладно, давайте всем пока. Всем до скорого, ребята. Встреч, да. Всем спокойной ночи. Bye-bye. Bye-bye.